Кубок России в олимпийских классах яхт, Кубок России в классе яхт фин и всероссийские соревнования по парусному спорту «Зимняя ривьера». Такое количество яхт редко спускают на воду одновременно. Ветер мешает натягивать паруса, но участники соревнований спешат. Им сегодня предстоит пройти две дистанции. Возможно, на воде будет сейчас теплее, чем на берегу. Надеемся на это. А так, прохладненько, брызгать будет, но нормально терпимо. В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из различных регионов России. Их смены будут бороться за звание победителей в своих классах. Всероссийские соревнования «Зимняя ривьера» проводятся среди юношей и девушек от 14 до 19 лет. Ребята, многие впервые приехали в Сочи. Это надо отметить, что это наше настоящее национальное достояние страны в области подготовки в зимний период для парусников. В свое время он был построен в 80-м году, Центр парусного спорта. Регата традиционно проходит под эгидой Всероссийской Федерации парусного спорта. Программа соревнований рассчитана на 5 дней. Сегодня день первый. Сами их смены признаются в любую погоду, готовы бороться как с волнами, так и с соперниками. Боремся со стихией, закаляем свой характер в первую очередь. Вот. После моря уже стрессоустойчив и относишься ко всему более-менее спокойно. Награждение и церемония закрытия состоятся в Центре парусного спорта «Югспорт» 27 февраля в 17 часов. Поддержать их сменов могут все желающие. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.